Всем привет, с вами Интернет и Деньги. В этом ролике я вам покажу интересный проект, называется он Change Dash. Здесь все максимально просто, но хотелось бы сразу сказать, что как только вы этот ролик посмотрели и хотите здесь начать зарабатывать, то пробуйте это делать сразу, потому что, насколько знаю, админ ранее уже запускал такие проекты, и как ни говорили, то всегда он поначалу платил как обычно, все нормально, потом какие-то менялись условия, поднимал минималку и так далее. Поэтому здесь нужно пробовать заработать сразу же. Смотрите, что нужно будет сделать: пройти простую регистрацию. Дальше здесь можно собирать коины. Сразу за регистрацию вам дадут, не помню, по-моему, 200 коинов или что-то около того. И здесь можно покупать билеты. Один билет стоит 100 коинов. Потом, смотрите, каждый час можете заходить и клеймить коины. Просто нажимаете «Claim Coins». Ну, тут открываются новые вкладки, потому что здесь, в принципе, много рекламы. Иногда это немножечко достает, но, думаю, не страшно. Вот, вы нажали. Так, опять закрою рекламу. Далее здесь нужно ввести капчу. И нажимаем «Continue». Все, билет мы получили. У меня, как видим, на балансе 120 коинов. То есть можно уже получить билет. Давайте возьмем, нажимаем «Buy ticket». Опять же, нужно два раза, потому что это реклама. И здесь просто стираем поля. Если нам попадаются три одинаковые штучки, то, соответственно, мы выигрываем. Могут попасться те же поинты. Поинты, XP опыта, билеты на розыгрыш в джекпоте. И, соответственно, могут попадаться деньги. Так, давайте. Сейчас мы сотрем, посмотрим, что мне выпадет. Или же вообще ничего. Так, в этот раз я ничего не получил. Но, думаю, ничего страшного. Теперь смотрите, как еще можно собирать эти поинты. Во-первых, здесь есть реферальная программа. Вот здесь Invite нажимаете. И тут уже копируете вот здесь ваша реферальная ссылка. И, соответственно, видим, что каждый день с активного реферала вы будете зарабатывать по 50 коинов. Плюс 10 XP. И, соответственно, рефералка 50% комиссия. Как собирать прибыль с рефералов? Вы заходите вот сюда, Referrals, и смотрите. У меня, как видим, многие уже не активны, попробовали, потом забили. Вот сейчас один активный есть, да, просто вот собираю Collect, и 50 коинов мне вот сюда вот на баланс упало. Если, к примеру, страничку обновить, то вот здесь начинается таймер, и через 24 часа я снова смогу забрать 50 коинов. Как-то так, ребят, это работает. Плюс вот здесь есть еще раздел Coins, то есть здесь можно выполнять различные задания и за это также получать коины. Я в это, в принципе, не вникал, поэтому особо рассказывать здесь не буду. Просто знаете, что такой раздел здесь есть. Ну и, соответственно, джекпот. Вот джекпот. Вот такая сумма сейчас на джекпоте. Так, реклама это реально достала. Вот такая сумма сейчас здесь на джекпоте. У меня 6 билетиков есть всего лишь. Всего билетов более 170 тысяч, то есть шанс у меня, конечно, малюсенький выиграть джекпот, но тем не менее. Вот остался один день, по-моему, один раз в 7 дней джекпот этот можно выиграть, если у вас ваш билет выигрышный. То есть на этом также можно, в принципе, заработать. Ну, в принципе, можно сказать и все. Как видим, все действительно максимально просто. Далее просто каждый час заходим. Вот таймер идет. Как видим, осталось 57 минут. Я снова могу заклеймить через час 100 коинов, купить билет и снова посмотреть, что я выиграю или же нет. Кстати, там денежка лично мне попадается не так уж часто. Всего один раз мне попало. Вот 5 центов. Но я посмотрел в чатах, то здесь по 50 центов там попадает и так далее. Больше 50 центов пока что я не видел, чтобы кто-то писал, что кому-то попалось больше. Плюс здесь также может попадаться кристалл. Вот смотрите, если вы 5 кристаллов за день соберете вот здесь, то вы выигрываете 100 баксов. У меня за день удавалось собирать 2 кристалла. Ну как за день, я каждый час заходил, там с утра зашел, потом вечером несколько раз и все. Вот, еще и также есть такая возможность. Так что, ребят, кому вот такой сайт интересен, ссылочка будет под видео в описании. Если вам было интересно и полезно, то, конечно же, ставим этому видео лайк и подписываемся на канал, если еще не подписаны. Всем удачи и до новых встреч!